60% украинцев за последний год стали беднее и не могут оплачивать коммунальные счета. Таковы результаты ежегодного исследования социологической группы «Рейтинг». Среди 2000 опрошенных большинство главной причиной бедности называют коррупцию и военные действия на Востоке. Также в опросе респондентам предложили ответить на вопрос, в каком состоянии сейчас находится Украина. Более 80% согласились с определением «хаос» и около 20% считают, что страна находится в состоянии развития.